Пермская земля. Некогда языческий край, потом и набожный, давший Руси своих апостолов и преподобных, а теперь просиявший своими мучениками и исповедниками. Радостно нам об этом сейчас вспоминать. Когда народ этого края жил верой, он и был верным, и Бог с ним поступал, как с преподобным. «С преподобным преподобен будешь», — говорится в Священном Писании. А когда отошел от Бога, погнался за красным призраком, Господь с ним поступил по его лукавству, давая сполна испить чашу греха. Тогда Пермь оставила о себе мрачную память, как край революционеров, комиссаров и бунтарей, край лагерей и ссыльных поселений. И лишь горсточка верующих осталась верной Христу, взойдя на крест и взяв на свои плечи благую ношу, которую должны были нести все. Они и поныне ее несут, та же горсточка, а все другие едохом, пихом и веселихомся. Так и стоит Пермская земля, святыня посреди мерзостей. Первый наш рассказ о протоиерее Николае Рогозине. Ему в такое время и пришлось жить, быв воспитанным в благочестии, а жить среди нечестия. Но как раз это и сформировало в нем мужество и решимость служить только Христу. Родился отец Николай 12 декабря 1898 года в Пермском крае, в бедной крестьянской семье Гурьяна и Матроны. Окончил 3 класса церковно-приходской школы. С 11 лет стал учиться сапожному ремеслу. В 1917 женился, и вскоре его, 19-летнего, взяли в Красную армию. На вопрос, почему он пошел служить красным, батюшка потом отвечал: «А я из Писания знал, что красные победят». Однако отец Николай не пролил ни капли человеческой крови, потому что всю службу трудился в сапожной мастерской. Вернувшись домой, не вступал в колхоз, имел 2 дочерей, на новую власть смотрел, как на попущенную Богом за наши грехи. В 1920 году дал обет служения Господу, однако исполнить его удалось только после Отечественной войны. От призыва на фронт ему дали бронь из-за тяжелой болезни сердца. Храм любил и посещал очень часто, не боясь преследований. С 1953 года служил псаломщиком, а еще через 2 года в возрасте 57 лет был рукоположен архиепископом Иоанном Лаврененко во Иерее и направлен в Чусовские городки, в храм всех святых, где прослужил до конца своей жизни. Был великий постник, нестяжатель и молитвенник. Литургии не начинал, пока сами собой не зашевелятся и не приподымутся в воздух и покровцы на богослужебных сосудах, что было явным признаком наития благодати. Однажды батюшку видели, как он вышел из храма после службы и стал подниматься в воздух. Поднялся высоко над храмом, примерно на высоту 5-этажного дома. Такой был молитвенник. Thank you.
это, наверное, 17 лет мне было. Такой возраст был. Я увидела во сне, что я где-то в лесу стою. Ну, там люди есть немного. И на небе подняла голову, на небе крест. Очень большой и широкий. Вообще во всем небо. И это такие как бы камни. Не часто, но такие камни, такие сверкающие. Вот. Ну, и, конечно, я от мамы слыхала, что сначала крест появится, а потом Господь судит придет. Я, значит, во сне как закричала, люди, которые были, что Господь судит ее, страшный суд будет. А тут справа мне кто-то говорит, да нет, он еще не судить пришел, а это тебе. Я говорю, да как мне? Я такая удивительная была. Говорю, как мне, как я его возьму? Я говорю, я не в состоянии его взять-то даже в комнату, ни в квартиру, никуда. Ну и вот он молчит. Потом говорит, ну он тебе нравится? Я говорю, да, нравится. Он говорит, ну ты его возьмешь. Я согласилась, молча так возьму. Матушка рассказывала, перед тем, как мне приехать, он проснулся, видимо, как перед этим днем, и говорит, ко мне новый человек приедет, я должен взять его в чадо. А что, говорит, сон видел. Я не знаю, он-то сказал сон, а как это было на самом деле. Я, говорит, стою в келье, и в форточку прилетела птичка. Я, говорит, так руку протянула, она мне села на руку и сидит, не улетает. Я смотрю, она такая грязненькая. Я, говорит, ей говорю, да где же ты так замораться-то успела? А с правой стороны голос, а ты умой ее, так она чисто будет. И когда мы второй раз приехали, я, конечно, этого боялась. Батюшка сначала ничего не сказал, но ходила на исповедь к нему, причастилась. Когда служба закончилась, мы пришли, значит, батюшка сказал, что в мою келью идите, меня, Галину и там еще несколько человек кушать вместе за столом. Мы, значит, сели, батюшка сказал, садись рядом. Я рядом села. И батюшка принесла одну чашку, поставила и говорит, ну молитесь и кушайте. Я про себя думаю, ничего себе, мне тут одной мало. Я так есть хочу, не привыкла так долго не кушать. Думаю, одной мало, тут на всех, на 6, на 7 человек. И вот, батюшка, значит, благословил, сели и кушать. А матушка еще там принесла кое-что, в небольших таких чашках. Я, значит, первая наелась, положила ложку, а батюшка вот так по правую сторону у меня сидит. Говорит, Мария, ешь. И мне в бок прикоснулся. Я говорю, батюшка, я не хочу. Он второй раз. Мария, ешь. Я говорю, батюшка, я наелась. И он несколько раз там до тех пор говорил, пока я как бы не осознала и подумала, ты что, мысли, что ли, мои привидел? Что я думала, что не наемся? Вот ты какой! Такие мысли были. И все, и он больше говорить не стал. И когда поехали, собрались, он говорит, Галина, к ней обратился, Галина, не уходите, я вас провожу. И пошел нас провожать. Мы дошли до половины горы, а когда пошел провожать, на меня нашли слезы. Такие обильные слезы. Я вот, они разговаривают, а я иду, значит, и плачу. Он говорит, Мария, ты о чем плачешь? Я не знаю, что сказать, потому что я не знаю, о чем я плачу. Почему у меня слезы так текут? И дошли до половины горы, видимо, тут было видение Божьей Матери. Сейчас скамеечка, она и была уже скамеечка. Он дошел и больше не пошел. Ну, как бы, половина горы. И вот, благословлят еще. Галина говорит, батюшка, возьмите Марию в чады. Я очень хочу, чтобы она в церковь ходила. Он говорит, а я ее уже взял, Мария, мое чадо. А вот я услышала, что такой-то батюшка есть. И так мне стала охота туда ехать. Я вот поехала первый раз, и он почему-то меня сразу как-то вроде бы возлюбил, что ли, дал мне большую просвиру и сказал, если желаешь, езди сюда. И вот я стала ездить. Я даже не слыхала, для чего мы живем. Он мне говорит, ты знаешь, для чего живете? Я говорю, нет. Живешь для спасения своей души.
Я говорю, я первый раз слышу. И вот он все время меня наставлял. Сядет со мной. Ну, все ли ты поняла? Я говорю, поняла. Потом приеду, думаю, все думаю, думаю. Думаю, вот ведь он что мне сказал, вот что сказал. Раньше я молодая была, как-то я ни о чем не задумывалась. А потом вот на меня такое перерождение сделалось, что я все только думала, и на работу иду, думаю, как спастись, где бы это узнать? Нет книг, ничего не было, я все переписывала, всеми ночами сидела, писала, где найду что, пишу. А тут такой батюшка мне попал, так что я уж очень была рада. Ну, вот пришла на благословение к нему. Он до меня дошел, значит, я благословилась с ним. Он мне говорит, Клавдия, у меня останешься. Я говорю, батюшка, я дома нет, просилась меня, потеряй дома, да. А он говорит, съезди домой, отпросись, тогда приедешь обратно. А что, вы, когда с ним встретились, прям представили себе, такая-то Клавдия? Нет, я ничего не представлялась, он сам назвал меня. Сразу назвал. То есть впервые вас видит, сразу назвал? Сразу назвал Клавдия, да. Я удивилась, думаю, как это он меня знает? Клавдия называет меня правильно. Я поудивлялась. Духовника у меня не было, я приехала сюда. Была знакомая монахиня, она жила на газете «Звезда» 30, по-моему. Я пришла к ней и говорю, у меня нет духовника. Говорю, ты к кому ходишь? Надо мне, говорю, духовника. Она говорит, да вот в Чусовских городках есть отец Николай. Он такой добрый и такой отзывчивый, что я бы сказала, что лучшего духовника и не надо. Вот и поехали мы с ней в Чусовские городки. Она была совершенно слепа, она не видела. Ее надо было держать под руку и вести, и все. Вот приехали, так познакомились мы с отцом Николаем там, в Чусовских городках. Он мне сказал, значит, я в чадо тебя принимаю и буду молиться за тебя и за твоих родителей. Вот в то время. Ну и с тех пор я редко, но ездила все вот к отцу Николаю до его смерти. После того, как начала к нему ездить, спустя малое время он мне лично сказал то, что я еще не поняла. Мария, мне про тебя Господь все открыл. Вот. А моим знакомым он говорил, что Мария в 60 лет имя сменит, а потом долго не доживет. Ну, он даже имя мое монашеское знал, видимо, Мать Божия открыла. Вот сел рядом, один на один, по-моему, в келье были. Говорит, вот знаешь, Мария, монашество, когда постригают, то имена меняют. Иногда дают мужское имя. Ну, говорю, как бы между прочим. Вот, например, имя есть Арсений. А женщину постригают, она будет Арсения. И так мне в глаза заглядывает. Ну, как мне говорит. Юродствовал. Летом ходил в дырявой соломенной шляпе. Зимой в изодранном, обшитом брезентом пальто. Отчитывал бесноватых, причем таких тяжелых, от которых отказывались в Сергиевой лавре и Печорах. Бесов видел воочию, но говорил также, что очень много в России и колдунов. Вообще колдунов много вот мешало батюшке, досаждало ему? Колдуны, конечно, приезжали. А как вы с ними бороться? Псалом 26. Воскресная молитва, 26 псалом. Но сильнее, видимо, для них 26 псалом. С нами приезжали люди, которых потом уже я узнала, что они этим занимались. И батюшка, понимаете, он ко всем относился одинаково, даже к ним. По отношению было не видно, что он их презирает, унижает. Он так же относился, только он сказал, когда к нему приезжали, только он говорил, к причастию в последнюю очередь идите.
и даже причащала их. А как же они занимались колдовством и подходили к чаше? Подходил к чаше, батюшка благословлял. Видимо, он вымаливал. Выгонял. Это вот все на моих глазах. Вот одна женщина, старушка. Но она не так, что старушка. Лает по собачьи. Я думаю, что такое в церкви? Кто лает? А потом смотрю, два мужчины ее под руки ведут и не могут даже вести, сопротивляться. Такая сила в ней. Он вышел и сказал: братья и сестры, кто понедельничает, подхватите. Две старушки подхватили, она хоть бы что пошла. И он крестом оградил. Я только услышала, далеко стояла Мария, не знаю, что еще сказал. И она тут стала молитву петь, и все, и уже как бы стало настоящее. Бес вышел, да? Ага, ну, бачка... укрощал он. А. И бесов он выгонял. А вот насчет понедельника батюшка очень сильно одобрял этот пост. Очень. Он вот мне говорил, я тогда уже понедельничала, он мне говорил, что ты молодец, понедельничай. Это очень большая сила в этом человеке. Но он говорил, что вот говорит, когда на страшный суд пойдешь, тебе будет дано крыло, если ты будешь соблюдать как следует этот понедельник. Если же моля проговорю, счастье изгалишено! Примут крепость себе знаменами державным, наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию. И всякой сопротивной силы одинательной Господу помолимся, поизбавь нам от всяких скорби, гнева, нужды, беснования, Господу помолимся. Но сначала они ругали. Много таких случаев было. Особенно горбатый. Горбатый, страшилище. Это уж первые слова были у них. Это страшилище. Вот. И когда батюшка молчит, он не отвечал бесам. Он говорил, с бесами не надо разговаривать. Это ноль внимания и все на них. А и тогда они видят, что он не отвечает, он, они начинают хвалить. Ты святой, ты высокий, ты нас огнем палишь. Тогда батюшка и говорил, наша, строго, иногда даже вообще с таким тоном, замолчите, я великий грешник. Ну, это очень с нажимом говорил. Я великий грешник, замолчите. И тогда они сразу замолкали. К нему потом тоже приезжали из Москвы, из Абхазии, из Узбекистана приезжали, отчитывали. Я сама видела, как он отчитывал этих бесноватых, какой-то страх. Долго жила московская Евгения, я не знаю потом, как она, это, в общем, ее потом не знаю, где она, что умерла, но долго ее, ну, вероятно, что живой давно уже нет. И батюшке потом, говорит, дали уже благословение, что как за умершую, за нее молиться. Так это ужасно. Это кричат, они ведь лают, она кричит, и потом упадет. И вот через какое-то время уже скажет, батюшка, я тебя ругала. Приезжала у батюшки много отчитываться. Из Сибири, с севера приезжали, из Москвы приезжали. Ну, вот. В Соликамске женщины были бесноватые. Они приезжали. Но с первого раза, конечно, несколько раз приезжали отчитываться. Но вот я помню только,
московскую Евгению, женщину. Но когда она начала ходить к нему, я еще не приезжала к нему, но как люди рассказывали о ней, она приезжала в таком виде. Ее все трясло, рот открытый, и вот так держала кружку. Потому что изо рта постоянно бежала слюня, пена такая. Она наполнится, и она ее... Это, вот такая она приехала к отцу Николаю, даже в халате. Вот, бесы, видимо, не дают, но она вырвалась. Но когда я ее узнала, увидела, при мне приезжала, она была уже нормальная. Вообще нормальная женщина. Она могла даже читать в церкви вот, каноны, правила могла читать. Причастию подходила одна, потому что он силу у них убил. Машка, а что вот эта Евгения-то, она так далеко-то с Москвы? А в Лавришу не отчитывали? Она говорила, ее спрашивали, так что ж ты едешь сюда? Или батюшка, мужик, говорит. Он говорит, там за меня никто не занимается. Отчитывать никто не занимается. Потому что в ней много, сила большая. Она говорит, я летала. Они, говорит, меня носят. На каком этаже она жила там, в Москве или в Москве, там 4-5. Она говорит, я на балкон выйду, и они меня на землю. Такая сила. Прям спускали, да? Да, летают, говорит, бросают, ну как. А в магазин приду, вот. А однажды я увидела, она поехала, собиралась домой. И там наклонилась так, а я тут в стороне стояла. И собирала сумочки, котумочки свои собирала там. А он скорее вышел, встал около нее и, видимо, давай молиться. Но я слышала, что заклинание какое-то, заклинание бесов. Понимаете, она как завизжала, это вообще страшно было слушать. Она как завизжала, вот, и выпрямилась, а батюшка говорит, ну ладно, не буду больше, и ушел. Одеваться у него не во что было. Мы несколько раз ему стирали в бане его одежду. У его одни ремонии были. У него он, шапка худая, пальто худое, в валенках. Ну, он, конечно, старичок уж был, но у него не во что было. Он денежки все вкладывал в церковь. Я говорю, а как же это? Почему все деньги? Он говорит, а как? Если я не вложу... Налоги такие, церковь закроют. А как люди неотпетые будут, некрещенные? Потом вот в отпуск он ни разу не ходил в жизни. Говорит, если я уйду в отпуск, а вдруг без меня тут кто-то умрет и похоронят неотпетого, или там что-то еще случится. И от парома, говорит, идем. Эта женщина говорит, ой, здесь батюшка-то ведь особенный, не такой. Мама говорит, да ну, да, ну она ведь не знает, что с дочерью разговаривает. Говорит, да какой ты, как все, что, все батюшки одинаковые, и он такой же. Нет, нет, он особенный. Ну да что особенный, да такой же. Нет, я вот первый раз ехала, иду и смотрю над храмом, старичок в воздухе над храмом. В храм-то, говорит, зашла, смотрю, этот старичок служит как раз. Я у него благословилась, все, он меня благословил домой. Вот. Но я еще вышла за ворот, это за ограду, тогда я еще на церковь-то посмотрю. На церковь посмотрела, да еще помолилась, обидела, песня, за меня батюшка-то вышел в это время из церкви. Да и прошел сколько там шагов и стало. Господь его показал, он такой. Поднимался все так вверху. А рясочка его раздувалась, борода раздувалась от ветра. Так, там наверху тут ветер сильный, наверное, был. Батюшка не сдувает, царство небесное. Он благословит нас и... Когда мы начинаем домой собираться, он говорит, посидите еще маленько, сядет с нами за стол, посидит, поговорит. Мы говорим, так мы опоздаем. Он говорит, не опоздайте, я вас благословлю. Благословит, и мы точно придем и не опоздаем. Если он стол благословит, то все наедимся, и столько еще на столе останется, все удивлялись. Вот он всем отвечал, он очень был доступен в обращении,
очень такой добрый и всем старался помочь. Всех бы, кажется, закрыл бы своими крылами и всем бы помог. Кто-то придет, и совсем неверующие придут. Вот придут вот эти же, где-то раз, там всякие пьяницы приходили деньги-то выколачивать. Придут, если это казалось, что дед на улице, там, или вдруг им пришлось ворваться в комнату, значит, он начинает беседовать. И с каждым поговорит, и с маленькими, и с большими, с каждым. А с требами пешком, он ни разу не был в отпуске, за все время ни разу не был в отпуске. Мама скажет, ну папа, ну ты приедь к нам, если он приехал только на ночку, а вдруг там к больному кого-то вызывают. Вдруг кому-то к больному вызывают, и меня нет, и больной умер, и значит грехи на мне. И вот интересный случай, старушка рассказывала у нас, ну она говорит, что ей дед это говорил. Идет, говорит, зимой. С дарами к больному пешком, ведь пешком ходили, как, на чем больше-то, все пешком, он все пешком ходил, и не на чем же, на другом. И большая, говорит, огромная собака навстречу, тропинка разойтись-то негде, обойти ее некак. Ну, он говорит, я, говорит, остановился, и говорю, собачка, пропусти, я со святыми дарами иду, пропусти меня. И она, говорит, сошла в снег, он прошел, оглянулся, говорит, обратно, собачка ему поклонилась. А вот однажды мужчина приехал к нему, ну, очень больной, говорит, врачи отказались уже, приезжают, и так, и говорит, батюшка, я скоро умру, потому что врачи отказались, у меня какая-то там болезнь, я к вам приехал. Он говорит так с улыбкой, так я же не профессор, вы спутали, вам же надо профессора, вы уже болеете, а я кто? Ну, вот я же не профессор, говорит. Он говорит, батюшка, так мне сказали, что вы помогаете, что можете вылечить. Он говорит, так я не могу помочь вылечить. Вот сейчас церковь откроем, пойдем вместе и помолимся, а там как Господь решит. Ну, поживешь у меня недельку там две, попьешь травку. Вот он так и попил там травку, какую батюшка сказал, он попил. И через несколько времени почувствовал, что ему лучше, пошло на улучшение. А когда он поехал обратно, ну, в это время мы приезжали, я приезжала, и как до парома всегда вместе шли, ну, там сколько народу есть. Он и говорит, вот ничего не понимаю, я тут траву я всякую пил, и такую же пил, как отец Николай давал. Не помогало, а тут помогло. Легче чувствую, что я пошел на поправку. Вот, и женщина одна говорит, так это не трава тебе помогла, это молитвы батюшки помогли. Иногда говорили, батюшка, по твоей молитве. Он говорит, так это Господь все делает. А я-то тут при чем? Я грешник. Женщины, старушки приходили, вот многие вопросы мне. Отца Николая спроси. Я только начну писать письмо, смотрю, уже пришло письмо в этот день, и там уже это все описано, что я хочу спросить. То есть все ответы даны? Да. Он говорил шепотом, и служил ты уже очень таким тихим-тихим голосом. Но духов он, вероятно, видел, потому что говорил, идет в церковь, говорит, ну, на церкви сидят, оградит себя крестом. Я его считала святым. Даже ему говорила, говорю, я твои фотографии уже к иконам поставила. Он говорит, ты что? Разве можно? Я же ведь... Грешник такой, я говорю, а я считаю, что ты святой. Это, по-моему, еще первая псаломщица была, Антонина. Она говорит, мы вышли, но там от дома до церкви немного времени. Мы, говорит, посмотрели и увидели на небе Божьей Матери и Господа. Я, говорит, кричу, батюшка, ты видишь, нет, Господь? Он говорит, да я грешник. Я, говорит, второй раз говорю, батюшка, ты видишь, нет? И три раза спросила, и он три раза ответил, да я грешник. Здесь, у этой скамейки, неоднократно ему являлась Божия Матерь. Пресвятая Владычица обещала, что место это не оскудеет, и со временем здесь будет монашеская обитель. Сейчас на Митейной горе, где служил батюшка, устроена Казанская Свято-Трифонова женская пустынь.
Мы сейчас привыкли, вот если старец, то все едут со всей России, со всего мира, и архиереи приезжают к старцу. А вот к отцу Николаю ездили вот со всего мира? Вот священники там за советом или архиереи за советом не ездили? Не было такого? Да как не ездили? Ездили, конечно. И архиереи приезжали? Архиереи я не знаю, я не видела, но слышала, что со всей России к нему едут на совет. В свое время отец Николай был очень известен. Старое поколение духовенства его еще помнит. От него осталось много писем. Переписывался более чем с 200 адресатами. Среди них митрополит Зиновий, преподобный Кукша, схиигумен Сава, схи-архимандрит Андроник Глинский, архимандрит Иван Крестьянкин. В них что ни строчка, то одна любовь, смирение и вера. Обладал даром большой прозорливости, мысли читал, как на ладони. Сила его благословения была неимоверная. В соблюдении церковных канонов был очень строг. Например, если кто из супругов категорически отказывался венчаться, то перед такими ставил выбор – либо безбожный супруг, либо Христос. Батюшка строго спрашивал, вот особенно он, почитание икон. Вот я говорила, что почитание икон, он говорил, что в церкви иконы вешаются как бы ну, на стенах и везде, это храм. А дома должны только они плотно друг к другу уголок, так и называется уголок церковный, ну как иконы, а рядом не вешать ничего. И не ставить, и под если на возвышенности стоит, значит, даже внизу ничего не ставить. Ни портреты, никакого, ни белье, ничего, ничего. Чтобы вот этот угол, весь, как он сказал, святой угол. И не надо ничего ложить. И не то, что... Ну, бывает так, что иконы висят, рядом будильник, там еще что-нибудь, фотография там родительская. Это ни в коем случае нельзя. И также он говорил... про поклоны, очень строго говорил, даже порой нервничал, что вот в субботу с 4 часов поклоны не делаются на воскресный день, потому что это частица Пасхи, в Пасху не делаются поклоны, и идут на 10-е праздники. Он называл это, как кошка собака живет, как животное живет. И венчаны, это все, а венца нету, значит, Господь их не сочетает же ведь, они померзкие. Ну, а если они в ЗАГСе расписаны? А в ЗАГС это мирской ЗАГС. А как батюшка по этому поводу? Он только венец. Венец это значит все, как читается в Евангелии, что двое будут одной плотью. А в ЗАГСе это не читали. Как он говорил, вы записаны у Ленина на ладошке. Да, да, у Ленина на ладошке, а у Бога нет. Это у Бога не записано, вы не считаетесь муж и жена. Нет, православия мелочей нет. Каждый закон, это он установленный на Вселенских соборах. Каждый закон. Как он говорил, заходим куда-то в дом и говорим, ну, незнакомый дом, и говорим, кто тут хозяин? Потому что в каждой хибарке свой хозяин, у каждого хозяина свой там какие-то законы. А в церкви хозяин у нас Господь. А раз в церкви Господь, значит, и законы есть. Какие свои. Духовником его был старец архимандрит Иван Чувызгалов. На этой фотографии он со шляпой в руках. Близкий друг по ссылке архимандрита Тавриона Батосского, который тоже некоторое время служил в Перми. Вот он предсказал свою смерть. Вот последний раз я была, он взял вот так меня за руку, долго смотрел на меня, смотрел и говорит, ну не беспокойся, земля с небом связана, мы будем молиться друг за друга. Представился ко Господу отец Николай. 16 декабря
1981 года. Похоронен за алтарем своего храма, в котором прослужил 26 лет. Благословенный ты, Господи, научи меня оправданием твоим, там все Божие проповедовавшие. В 2003 году при перезахоронении были обретены его нетленные мощи. Сейчас они почивают в крипте под алтарем храма. Очень много батюшка предупреждал и о последних временах. Разврат и бесстыдство, как перед потопом говорил, будут признаком кончины. К воцарению Антихриста будет все электронное, будут давать всем номерки, пластиковые карты, и денег не будет. Не дай Бог дожить до Антихриста. Не дай Бог увидеть его, часто повторял. К советским паспортам отец Николай относился крайне отрицательно. Говорил, что там тайно стоят три шестерки. О существующей власти говорил, что незаконная, потому что свергла и убила помазанника. Почитать мы ее должны только в гражданском отношении. Говорил, что на народе пребывает тяжкий грех цареубийства, за который нам Господь не даст не то что хорошего правителя, но даже хорошего начальника цеха. Точно так же батюшка говорил и о духовной власти. Ты пастырь будешь в том случае, когда ты поставишь себя хуже всякого человека, стоящего перед собой, тогда будет пастырь. А если тебе люди будут безразличны, ты будешь просто служить алтаря. И вот он еще говорил, что священник, как все, ну, как падает на всех священников, после Господа апостолы были, они бросили свои семьи и ушли за Господом. А священники не должны бросать свои семьи, если они живут, венчаны, все. Но они духом должны отречься и поставить на первое место Господа, на второе место людей, паству, а на третье место только семьи. И вот он приводил пример, вот Иоанн Кронштадтский. Он женился, но о жене он когда заботился? Он с ней, во-первых, не жил, а во-вторых, он из храма и сразу к пастве шел, к народу. Вот, тогда только будет пастырь из тебя. А если в первую очередь заботиться о семье, это нет. Это не получится. Паства будет, как он сказал, паства будет сиротами. Они не будут чувствовать покровительство. Ну, духовенство, конечно, таких большинство не любят. Зависть. Зависть. А батюшка говорит, вышел и говорит, посмотри, говорит, сколько много столбов-то. Вот. А батюшка, да какие столбы, как священники-то, как бы по-земному-то духовенство столбы, а внутри-то ничего нету, пастырского-то нету. Ну, как он говорил, если человек живет богато, он теряет. Поневоле теряется и совесть, и поневоле теряется, и он уже как христианство теряется. Большой роскоши такой. Также приводил пример Серафима Саровского. Говорит, вот Дивеевский тоже бедножили. Серафим Саровский сказал, что я бы мог у Царицы Небесной выпросить, чтобы вы
получше жили, но вам это будет не в пользу. Бедно живем, от голоду не умираем и не умрем. Про евреев говорил, что Господь их специально рассеял, а перед кончиной Он им снова вернет землю, и они соберутся воедино. Тогда они будут управлять всеми государствами и подкупят все власти. И за деньги национальные власти прельстятся, к своему народу будут не родить. Будет хаос, и народы станут сиротами. Когда евреи распяли Господа, и это как наказание, Господь их по всей земле разбросал. У них не было земли своей. И они у власти не были. Они на высоких работах были, но у власти не были. Вот, это наказание. А когда, говорит, соберутся они воедино, и Господь вернет им землю, это уже перед кончиной. Вот. А я думаю, ну как, какую землю Он вернет, когда вся земля занята, у каждого свое государство. А батюшка вот говорил, что если развалится союз, то будет еще новая, страшная, более лукавая власть. Ну, он вот говорил после разлух, как распадется эта власть, он говорил, что вот начнется беззаконие, анархия. Вот это, он говорит, людоедство. Он говорит, людоедство будет. О развале союза предупреждал задолго до этого. И что после красных паспортов образца 1975 года будут давать жидовские шестерками. Он их так называл – жидовские. Лучше с голоду умереть, говорил, чем их принимать. Об этом часто вспоминала его близкое чадо, преснопамятная Стефанида, келейница монахиня Рафаила, а игумен Варлам, настоятель Белогорского монастыря, почивший в 1994 году, исхимонахиня Стефания, всегда открыто говорили об этом и не благословляли их, так как отец Николай лично предупреждал. Мы должны называть себя христианами. Я христианин, а если называем я гражданин, то значит мы к миру прилепляемся. Гражданин – это мирское слово. И сами как бы согласны с этим, что я гражданин. То есть мы нигде не должны ставить свою подпись, да, под словом «гражданин»? Да. Получается так. Он привел примеры как-то, что вот один художник в заводе работал, ну, тоже к нему приезжал. Ну, там писал, что надо, все писал. Дошло до того, что надо написать «слава СССР» или там кому-то. А он сказал начальнику, я писать это не буду. Я только одну славу пишу, слава Богу, а это писать не буду. Вот о будущем России, вот что нас ожидает, вот о будущем церкви, вот о временах антихристовых. Ну что о временах? Он говорил, что будет антихрист, паспорта не берите. Бенив говорил, что не бери паспорт. Это вот тот красный, да, советский? Вот этот российский. Красный я уже взяла. Я взяла раньше еще. К нему приехала, я говорю, отец Николай, я ведь паспорт взяла. Даже не задумываясь, говорю, взяла. И он говорит, что наделала ты? Ну ладно, говорит, этот взяла еще, ладно. А следующий будут давать российский, ни в коем случае не бери. Это уже будет у тебя одна нога в аду. Чувствовал себя очень плохо, очень слабенько, но благословлял и говорил, вот что паспорта не меняйте. Был такой случай, я уже вам рассказывала, приезжала с Чусовских городков Анна и говорит, что на меня такое давление, что я не выдержу получать паспорт. Он сказал, не получай паспорт, ну и не получай, получать его нельзя. И она говорит, тогда благословите меня на мучение. Он ее благословил, поднял руку и благословил ее. Говорит, да, лучше умереть, чем получать эти документы. А вот будут паспорта давать, будут карточки давать, чипы будут давать. Так и говорил чип? Он нет, не чипы говорил. А как? Печати. Печати, да? Печать, да. Печать. Вот печати будут давать. Смотрите, ничего не берите.
Это очень страшно будет. Антихриста все это будет. Антихриста придет вот такой вот сюда. Партийный билет, например. Мужчина взял, ну что такое, в кармане носит. И как бы можно невидимо, это как бы не видно, но он уже прилепился к Ленину, потому что это ленинская партия. Но это невидимо. Вот. Также и другое там. Паспорта возьмешь, другие бумажки, это невидимо. Ну, уже прилепляешься, тоже как бы не к Богу, а сатанинская к сатане прилепляешься. Вот он говорил, что прежде чем печать ставить настоящую, народ забросает бумагами, чтобы они... Прежде чем будет антихрист ставить свою печать, народ забросает бумагами? Да, он так выразился. Сначала бумагами забросают, а потом будет печать. Ну, то, что он дал понять, что вот сейчас эти бумаги дают, паспорта, наверное, это все бумаги. То есть один документ, сказал, другой, третий. Да, забросают, говорит, людей бумагами, они как бы привыкнут, а потом уже настоящую печать. Вот он так и говорил, что сразу печать ставить не будут, потому что никто ее не примет. Не примет, сразу поймут. А вот эти бумаги, видимо, как бы отнимают ум, и потом уже люди примут. Вот его выражение такое было. Сначала бумагами забросают, а потом уже печать. А вот как он и красный не благословлял принимать? Нет. Потому что маме он сказал. Вот мне-то он так благословил. Конечно, со вздохом, говорит, Мария еще молодая. А маме сказал, а на паспорт не бери. А до этого у нее был паспорт? А зеленый. Зеленый был. Ну вот. А потом стали говорить, что приехали домой, паспорт, если не, кто не возьмет, пенсию давать не будут. И, конечно, она по маловерию и непослушанию батюшки она взяла. Но когда приехала, он в первую очередь благословил ее, принесла. Она паспорт взяла, мама говорит, взяла. И он со вздохом сказал, ох, мытарство-то будет тяжело проходить. Надо вот этот паспорт уже. А про следующее, он, помню, он говорил, будут жидовские паспорта, которые уже вообще не... Ну, вот видим, после этих красных, да? Да, вот видимо, вот сейчас, которые дают, так как власти евреи, и, видимо, к этому относятся, что жидовские паспорта. От них идет это. Он называл так жидовские паспорта. А он не говорил, что они будут шестерками? Это не помню. Но их уже он конкретно говорил, что жидовские паспорта это уже. А вот батюшка не говорил, что будут номерки давать, как сейчас вот эти, наверное, пластиковые карты? Но их уже ни в коем случае брать нельзя. Прям так и говорил? Да, вот, да, все да. Электронные карты? Да, электронные, он называл пластиковые. Пластиковые жидовские паспорта будут, это уже как если принимаешь, это как от жидов, раз они ихние. Вот, а потом будут пластиковые, это уже ни в коем случае нельзя. Что, ну, раз он новые паспорта не благословлял получать, он и сам не получал. Поэтому он и не перебрался к детям, поэтому и жил один и доживал свою жизнь уже так, как Господь благословил. Машка, а вот батюшка не объяснял, почему же нельзя брать вот эти паспорта? Вы не спрашивали, почему нельзя? Он говорил, что в них уже знаки антихриста, шестерки. Поэтому нельзя их получать. Приехала женщина и говорит, батюшка, я очень хочу спастись. Он говорит, очень-очень. Она говорит, очень хочу. Он тогда сказал, тогда не бери никакие новые бумажки. Это значит, он дал понять, что уже это все, начиная с ваучеров, мы не должны были брать. Это все подход к этому. Говорил батюшка и о массовом падении духовенства и иерархии. Что придет время, и в Перми останутся один, от силы два священника в истине. Все, как живое, представьте. Светло все вообще, как тело. Представьте. Ну, я-то вспомнила про детство. Мы были маленькие, а у нас там в краях лежал
Блаженный Сысой, бабушка-то его помнила, мама тоже. Еще какая-то старушка была тоже, много она говорила пророчески. И вот мы услышали, женщины разговаривали, и мы услышали. И пошли по деревне, там за руку схватились, и надо было, ну, человек, наверное, 7-8, вот такие еще детки. И закричали на всю деревню, последний патриарх не спасется. Видимо, они сказали при нас, а мы дети. И это нам в русском. И на всю деревню кричим, последний патриарх не спасется. А вот Пропимена никак не говорил, вот его не заставляли вот принять католичество, там, лавры закрывать, допустим, храм. Вот помните, как говорил, заставляли подписать бумагу, чтобы служить под католичество. А, чтобы соединить католичество с нами. Он сказал, говорит, ну, его привели, видимо, и доставили, чтобы подпиши, уже все готово. Он сказал, говорит, только через мой труп. И встал и вышел. О патриархе Пимене отзывался очень хорошо. Говорил, что Пимен – последний православный патриарх. Предвидя, что в дальнейшем наши патриархи и священноначалие будут благословлять принимать антихристовы начертания. Причину в таком тяжком отступлении батюшка видел в обмерщении и прельщении. Однако, несмотря ни на что, он благословлял до последнего ходить в храмы, пока не изменят символ веры, перестанут петь «Отче наш», изменят печать на просворах и уберут с престола дарохранительницу. «Как изменит веру, — говорил, — произойдет падение церкви. В храмы ходить нельзя будет. Дойдет даже до того, что у престола будут стоять женщины». Вот так говорил отец Николай. А началось все с этой пресловутой свободы. Говорила, прямо в келье вдвоем были. Он говорит, Мария, знай. Ну, я говорю, знаю, ты не расскажешь никому, ну, как в такие времена запрещено было. Когда начнется движение масонов, как-то так он сказал, что они будут на высоте, как бы управлять, знай, что кончина близко. Вот так он сказал, когда будет свобода и в Иерусалим поедут, вот тогда-то люди совсем потеряют Бога. Так он говорил. Это, видимо, уже идет, я так поняла, с 90-го года. Как дана свобода на церкви, на веру свобода дана. Вот он говорил, вот тогда-то люди совсем потеряют Бога. О компьютере он говорил, ну и тогда еще не было его. Он говорил, вообще, что... Такое слово произносил он, да? Да. Он произносил, выпустит машину, сделает машину, она будет называться «Зверь». И она будет все-все знать. Все будет знать. Все данные, не только о человеке, и вообще любой запрос она ответит. Последнее чудо – это машина «Зверь». Вот этот «Зверь», говорит, будет, вот этот компьютер, уже его скоро уже, ну как, поставят, и тогда уже будет плохо. Будут всех в этот компьютер... Весь мир будут как вводить. Это вот он говорил. Ну, он так говорил, что это будет как бы телевизором. Люди первое время прельщались. Как говорили, в Москве что-то делают, а у себя дома все видишь. А компьютер вообще знать будет все тайны, все тайны. Он, знаете, говорил... Будет беда, что священство расколется. Раскол в священстве для народа это будет беда. Вот он так говорил. А раскол именно и вот по этому вопросу, да? А он не говорил. Он говорил раскол. Но я сейчас понимаю, что по этому.
Потому что до этих, до паспортов не было уж такого раскола, а сейчас именно раскололись. Вот он говорил, что для народа это будет беда, потому что они не знают, кому пристать, кто говорит правильно. За кем идти? Вот он говорил, для народа будет беда, прямо беда. Священство расколется. Вот его слова. Раскол будет, произойдет раскол. И как он говорил, что когда раскол, тогда как царство не устоит, так и православие. Вот, видимо, после этого раскола, вот сейчас как бы против, кто против за паспорт, кто не против. И, видимо, после этого уже начнется вот это изменение веры, потому что кто за паспорт, тот и примет. Вера-то все равно, он сказал, служба-то изменится, и тогда гнать будут насильно. Но священство, он сказал, священство очень много примут, новое. Про священство он говорил. По-новому буду служить ради жен и ради детей. Говорил, что он примут Антихриста. Примут. Духовенство, да. Угу. Вот вас, говорит, батюшки, будут благословлять, но это на все, вот на паспорта, на все. Вы не принимаете, все равно не принимаете. Не надо принимать. Ни печати, ни паспортов не надо принимать. А если большинство духовенства пойдет, а вишпаство ориентируется на священников, значит, и большинство верующего народа также отпадет. Будут спасаться только единицы. Вот он как-то говорил так, что враг сейчас борется так, что, как вам, я по-своему объясню. Вот, например, человека почитают, и враг на него начинает нападать, чтобы он шел по другой дороге. Ну, неправильно. А паства, глядя на него, пойдет за ним. И вот сейчас как бы все усилие на священство у демона, чтобы не священство шло неправильно. Вот. А пастырь будет неправильно, а люди пойдут за священником. Священник сказал, значит, так можно. Им уже не надо с людьми бороться, потому что они смотреть будут. Не говорил, что придет время, все духовенство отступит от Господа? Говорил. Ну-ка, поподробнее. Вот он говорил, что такое время придет, что все предатели будут. Духовенство все предатели? Да. Я помню только такой случай, он говорил. Когда Господь жил на земле, среди его учеников был один предатель – Юда. Остальные были верны ему. А перед пришествием повернется, что мало будет верных пастырей, остальные будут неверны. Он так сказал, повернется в обратную сторону, что пастырей будет мало. И он мне еще говорил, пока архимандрит Иоанн живой, спрашивай все у его. А его не будет, никого не спрашивай, читай третью книгу Эздры. Там все сказано. Ты идешь к Богу, ни с кем, как в церковь входи, идешь к Богу, а не к кому-нибудь. Хотя и священники такие, а надо в церковь все равно ходить. Потому что если они не ладно, что делать, они сами ответят. А батюшка не говорил, что вот настанет время, когда и в церковь нельзя будет ходить? Не говорил? Говорил. А как это? Когда это будет? Говорил, что придет такое время, что в церковь нельзя будет ходить, потому что будет звезда на просвирах, и звезда будет вместо креста. То есть изменит печати на просфорах, да? Да. А вот вспомните, что батюшка говорил про звезду, вот эту пятиконечную? А пятиконечную звезду он говорил, что сейчас отвергаем мы эту звезду, потому что как ленинская звезда. А враг, говорит, сделает так, что, ну, это уже перед самым, как бы, в конце, он сделает шестиконечную звезду. Пойдет на хитрость, и люди скажут, о, как хорошо, пятиконечную убрали, а эту мы принимаем. А это печать, это как звезда Антихриста будет. А вот что он про Ленина говорил? Ленин это он говорил, как предтеча Антихриста, но его должны похоронить. Когда идет время, его похоронят, как в землю его похоронят, и после этого Антихрист должен быть. А пока Антихрист, как он сказал, не созрел, то Ленин будет на земле лежать. Только Ленина похоронит Антихрист.
про антихриста он говорил, что вроде того, что духовенство все примут, и потом в храм нельзя уже будет ходить, когда будет антихрист. Так что вот вы смотрите осторожнее, будьте, чтобы вам к антихристу в храм не прийти. Там его будет икона, говорит, антихриста в храме. Так это он говорил, что будет при антихристе такое. При антихристе, да, будет, что в храмах будут вместо икон портреты антихриста, и тогда уже, говорит, в храме-то делать нечего. Что вот батюшка говорил о последних временах? Вот настанет такое, вот, когда и в храмы нельзя будет ходить? Да, насчет этого он говорил, что веру все равно сменят. Изменит символ веры? Да. Он вот нам часто говорил, я запомню, ковчега на престоле не будет, уберут его, как он не нужен. Веру не будут пить и отче наш. А там уже свое что-то там добавят. А это самое главное. Он сказал, ковчега на престоле нет, службы вести нельзя. Дарохранительницу. Ни в коем случае. Это Ноев ковчег. Вот. И когда батюшка спрашивали, батюшка, так мы как бы вдруг не узнаем. Он говорит, ну если вы давно ходите в церковь, веру до отчего вы знаете, что не поют. А ковчег, когда царские врата открыты, смотрите, ковчега нет, значит, все. Отец Николай говорил, что в любое время, даже вот он, конечно, он так и выполнял, если даже ночью придут и попросят, что там больной и умирает, я должен, обязательно должен встать и идти. Это моя обязанность. Невзирая ни на погоду, ни на чего, я должен идти и причастить. Поэтому дары всегда должны быть. Всегда. А если нам в храмы нельзя будет ходить, что ж тогда делать? Батюшка указывал? Собираться, говорит, будут где-то. Вот там небольшими кучками, может быть, где собираться будут и молиться будут. А хоть кто будет из истинных пастырей, он не говорил? Останутся истинные пастыри? Мало очень. Он говорил это, ага. Останутся, но очень-очень мало, говорит. А все вот, все будут, все примут паспорта. Батюшка вот не говорил, что у нас будут женщин рукополагать? Не говорил? Он говорил, что у престола будет, придет время, но на короткое время, но женщины будут стоять у престола. Это в нашей православной церкви? Да. Вот, видимо, когда сменят. Видимо, уберут отче наш верую, но не во всех церквях, не во всех. Но он сказал, у престола поставят женщину, и это будет. Вот это он все к тому говорил, когда будет беззаконие, анархия, будут голых показывать, и ходить будут голые, Это он все вот вкупе все говорил. После советской власти вот это все будет сказано. Ну, сейчас так и есть, как видим. Вот так же он и говорил. Часто так бывает, что вот священник служит, а над ним командует жена. Он приходит, рассказывает церковное дело, а жена говорит, вот так делай, так делай. Он делает так. И получается, кто священник? Ты жена или он? Ну, женщины говорят, батюшка, над женщинами враг уж издевается всяко-всяко. Вот эти все моды, всякие короткие, каких только нету. Все, а над мужчиной как бы он не смог. Как был костюм, так и есть костюм. А батюшка ответил, нет, над мужчинами враг надсмеялся. Только, ну, как он сказал, не все видят. Это не все видят. Не для всех понятно. Раньше хозяин был мужчина. В любом доме. И в церкви был священник главный. А сейчас над мужчинами командуют жены. Это самое такое же насмехательство, что мужчины, враг мужчину унизил, что а женщину возвысил. А Господь сказал, мужчина выше женщины, мужчина первый, созданный.
Да, как до потопа люди были, разврат, сильный разврат был до потопа. Так и перед пришествием Господним сказал, так же будет разврат, очень сильный. И Голых показывает, и детей переучать будут. Он говорил, что это уже как-то приближение, когда детей будут учить, это самое страшное. Это очень большой грех. Это уже самое приближение, как кончение. Когда будет вот этот разврат, когда анархия будет, и хорошие люди, которые выполняют вот, ну, по закону, они будут не в почете, и они будут судимы. Их будут осуждать, что ты не так живешь, живи так, как мы живем. Положат перед вами, говорит, вот этот крест и хлеб. Так что возьмете? Вот берите, говорит, крест, а не хлеб. Без гонения, он говорил много раз, без гонения кончины не будет. Потому что не хватает мучеников у престола. А мученики до Христа, это души идут ко престолу. Он так объяснял, какое число бесов упало на землю, и вместо них должны мученики, мученические души подняться ко престолу. Бесы у престола были. Вот как он сказал, как последний мученик будет замучен, число исполнится, так все. Будет конец. А вот батюшка не наставлял, вот не укреплял духом. Что же нам делать, если вот будет голод, если будет гнать? Вот он говорил, что надо все перетерпеть. Лучше умереть, говорит, голоду, но не надо ничего принимать. То есть Господь будет помогать нам? Да. Надо, говорит, только молиться, и Господь поможет. Даже, говорит, земельку поешь, и сыт будешь. А так что будете травкой, травку есть, да земельку, и сыты будете. Не хлебом единым сыт человек, а Божьим словом, значит, надо больше молиться. А вот будет вот голод, что же нам кушать-то, не говорил батюшка? Батюшка говорил так, что много запасать не надо. Голод будет, много запасать не надо. Он как однажды сказал, или, может, не один раз говорил, что на севере... А что вот еще, батюшка, вот говорил из апокалиптических времен, вот о последних, вот антихристовых? Сказал, что очень будет жить тяжело, очень будет трудно, будет много убийств. За стакан супа, говорит, будут убивать. А голод пришел, значит, все, ждите. И война, там, что первое, и война, антихрист, это будет уже. Близко друг к другу очень. А вот не говорил, вот, что в первую очередь, гонение, голод, война, или наоборот, война, голод, гонение? Не говорил? По порядку я не помню, но он иногда говорил, что лучше бы война была вперед, чем антихрист. Чтобы души забрать, да? Да. Лучше бы война была. Наверное, говорил, не дай Бог дожить до времен антихриста, да? До антихриста он говорил, не дай Бог его увидеть. Когда будет показывать по телевизору, он говорит, он много раз говорил, не дай Бог его увидеть, не дай Бог. Потому что он покажется очень красивым. Настолько красивым, что даже верующий человек на какое-то мгновение подумает, какой красивый мужчина. И это, говорит, уже все. И он уже, когда будет показывать по телевизору, он будет чувствовать всех. И чьи мысли сказали так, подумали, что какой красивый, он уже будет чувствовать их, да. Ты мой, я ж тебе понравился. Вот он говорил, что это очень опасно, и много раз говорит, не дай Бог увидеть его. Настолько он часто говорил, что вот это я очень хорошо запомнила. Не дай Бог его увидеть. Момент, секунда, понравился. А вот он, как отделываться от него. Ну, он говорил, что это восьмой собор должен быть нечестивый. Семь соборов было православных, святые. Восьмой собор будет нечестивый. И вот когда там они соберутся, и верую, надо будет пить верую. На каком-то предложении он скажет, что нет, я как ваш Бог. И прикажет, птица полетит мимо, и он ей прикажет, к моим ногам. И она через
как он сказал, через стену, не разбивая стену, она упадет мертвой к его ногам. И вот тогда многие ему тут же поклонятся. Но не все. Многие на соборе, там же священство и будет. От православия священники же будут. И многие священники поклонятся, вот, потому что чудо видя. И вокруг него он говорил, вокруг него, когда придут на соборы, вокруг него будет уже радуга. Такие вся, ну, как радуга все. Как Господь был во свете, когда преобразился, так и вокруг него вот этот цвет такой радужный, всякими цветами. Еще покажет свою силу, и тогда многие ему поклонятся. Ну, а который священник не поклонится, он, по-моему, тут же, он сказал, тут же его убьет. Но перед этим он еще говорил, что должен православный царь быть. Говорит, да? Да. Но только я не помню сколько, недолго. Очень горячая должна быть молитва, потому что они будут на вертолетах по всему лесу просачивать и смотреть. И вот он, например, такой говорил. Люди, говорят, стоят на молитве, но видят, что самолеты и стоят, конечно, в горячей молитве. Господи, не допусти. А самолеты увидят, значит, посадку делают и бегут на эту поляну. Придут на эту поляну, а там кустарники. В кустарнике людей нету. Они, значит, сразу ему сообщают, что вот людей видели, а это, ну, как бы уйдут, полетят дальше. Людей видели, но вышли, а там кустарники. А он им скажет, это не кустарники, это люди. И не глядя, ставьте на макушки. Кому-то угадаете на лоб. Чтобы у кого есть такое желание, что не хочу, помоги, Господи, не хочу я печати. И Господь сокроет любым способом. Вот это он так говорил. А что, антихрист, когда его изберут на 8-м соборе, по всему миру будет разъезжать? Ну, он так говорил, батюшка, как его воцарится в 8-м соборе, у него уже все, свой самолет, там вертолет, все свое, он сразу облетит всю землю. Будет делать посадку и всем объявлять, я царь. Я царь. Чтобы все ему поклонились. После печати прощения. Нету прощения, не будет. А батюшка говорил, даже насильно будут ставить. Вот. Да, он говорил, что первые дни будут по желанию, а потом насильно. Потому он сказал, что побегут в лес. Укрываться побегут в лес, потому что надо будет бежать из деревень, из домов. Потому что по квартирам буду сходить, по домам, по квартирам. Он говорил, что у него очень много будет помощников, очень много. Вот как вот Нил Мирдачевый говорил, печать будет гноиться? Он говорил, что она вообще, как он говорит, она зловонием будет пахнуть. Гноится, и от нее запах будет, как от зловония. Про Сержа Ефима Саровского он говорил, что он должен встать и сделать проповедь. Так бабушка говорила, и батюшка также говорил, на несколько часов. Но сейчас говорят, что на 3 дня или там на сколько. Он говорил, что на несколько. Только сделать проповедь, и кто будет в храме, все увидят его. И снова вот ряжет. Но проповедь будет уже, он станет перед самым антихристом. Для укрепления людей. Потому что он на пороге будет антихрист. Он вообще называл вот такое слово масоны? Да. Назвал. То есть они сотворили вот эту революцию? Да, да, да. Сколько кровью пролито, царя убили, не достало царя. Вот. Кто должен управлять государством-то? Всю Россию продали. А говорил батюшка, что еще у нас будет на Руси царь? Не говорил такое? Должен быть. Он вообще-то говорил, не так говорил, что будет. Он говорит, должен быть еще царь у нас. Но как люди будут молиться, как просить Господа? В армии он не благословлял отклониться. Это как бы
как он говорил, что родину надо защищать. Где мы родились, это родина для нас. Хоть какое правительство, родина свята. Изменять ей нельзя. Желательно хоть какая там жизнь, но выстоять в своей стране. По-моему, даже царя Николая он приводил пример, что он бы мог уехать за границу, когда вот отказался от престола. Но он этого не сделал. Русская земля, Божья обитель, льется на заре несказанный свет. Русская земля, кто ж тебя обидел, недругам твоим прощенья нет. Недругам твоим прощенья нет. Мы русские, с нами Бог. Мы русские. Императора. А батюшка его почитал? Да. А вот не говорил, что вот на нашем народе вот пребывает грех цареубийства? Это он говорил. Это говорил так же, как на родне. Если кто-то согрешит, то грех падает на несколько поколений. Жаловались, приходили, что вот начальники плохие. Вот он тогда говорил так. Начальников хороших Господь не даст. Где не в православии, это мало будет. Потому что убили царя, и Господь сказал, лучших начальников не получите. Что священники, вот сейчас, когда я уже прочитала, уже знаю, что многие священники не стали молебны, когда отказался. И вот за измену это оскудеет вера в священство. Так говорит, да? То есть, видимо, и среди духовенства Господь не даст хороших пастырей, да? Да. За цареубийство, да? Цареубийство. Он говорил, что хороших начальников не ждите. Потому что кто убил, а грех падает на поколение. И вот мы дожили до этого, и нам нету хороших начальников. Потому что наши предки виноваты. Значит, этим самым можно понять, что он говорил. Что грех цареубийства падает на всю Россию. С радостью царицы праведные вы не пособимы, радостью чады ступиков Христу приведы, радостью велит моя воистине просветимы, радостью отечества чести не посрамимы, радостью духа святого верности жаделю, радостью великие веры до конца показателю, радостью николая, Боговеченый царю и великий сосотевче. Если бы ты была от мира, мир бы тебя любил. А раз Господь тебя избрал и хочет спасти, мир тебя не будет любить. И потом, когда я приехала, он мне сказал, Мария, на тебя будут восставать. Придет время, будут восставать очень верующие люди даже. Даже верующие восстанут на тебя. А он не соответствует, тогда властям не подчинятся. Иначе так и дойдешь, как и до печати. Так же будут говорить, ты не подчиняешься, не ставишь там печать или документы вот эти. Он так говорил, что это надо разбираться, что это разница очень большая. Послушание одно, а смотря какое послушание. Thank you.
такое свидетельство нам оставил протоиерей Николай Рогозин. Свидетельство Духа. Обо всем этом он говорил еще в 70-х годах. Говорил так, как будто видел это реально, а мы переживаем сейчас. Переживаем и не осознаем, как перевернулись у нас понятия добра и зла, как оскудела вера не только у народа, но и у пастырей. И вопросы, что же нам делать, как спастись, задают теперь не только скептики, но и мы, христиане. Как будто мы не читали Евангелие, не слышали слов Христа. Аз есмь путь, истина и жизнь. Так идите за Христом, не принимайте ничего земного, и вы будете достойными гражданами неба. Но это он здесь пишет про цветок, что цветок вот цветок прекрасный. Вернее, чтобы было почерк видно. А цветок прекрасный, но он увядает. Так и жизнь человеческая, надо понимать, что она со временем увядает.